Добрый день, друзья! С вами компания Boston Technic. Меня зовут Станислав. Сегодня вашему вниманию представляем Кировец К700 с двигателем EMZ-238 ND5. Давайте смотреть ближе. Начнем с этого края. Резина поношена, но еще походит на твердую 3 с плюсом или 4 с минусом. Все свое время трактор работал в небольшом фермерском хозяйстве, на небольших площадях, в основном ходил с плугом, выполнял полевые работы. Понятное дело, что техника не новая, но еще может послужить новому владельцу верой и правдой. Как мы видим, навеска рабочая. Цилиндры. Как я и сказал, резина еще походит, то есть замена ее не критична. Но этот баллон, скорее всего, под замену. Все-таки лопина большая. Встал, соответственно, сюда своим ходом, так как, повторюсь, работал в поле зимой, не выходил на расчистку снега и прочие мероприятия, поэтому ждет своего часа снова в поле. Вполне себе достойный экземпляр. Естественно, что нужно будет приложить какие-то небольшие усилия, поменять масла, жидкости, навести, возможно, косметику, но на ходовые качества это не влияет. Поэтому кому необходим проверенный работник, обращайтесь к нам. У нас наличный, безналичный расчет, любая форма. Также предоставляем кредит на технику. Приезжайте, все расскажем, покажем. Посмотрите,
пройдете тест-драйв и выберете для себя оптимальный вариант. На этом у меня все. Ждем вас в новых выпусках. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши обзоры. Спасибо за внимание.